пока не слишком интересный овертайм. Неплохо. Засеменил. Передача и шайба залетает в ворота. 2-1. Осторожничали динамовцы, но в итоге не сдюжили. Абитов показал, что он изучит видео. Но СКА радуется так, что сомнений мало возникает. В исходе этой игры обычно хоккеисты все понимают сами. Миронов негодует. Четвертое поражение от СКА, конечно, бьет по самолюбию молодого игрока. И мы давайте еще раз посмотрим момент. Якопов делает передачу. Зуб и отскакивает шайба от Бочарова. Полностью пересекали линию ворот и линии. Передача.